Где твоя шапка, чувак? Погнали. Ой, у тебя шарф красивый. Как дела? Всем привет, друзья! Всем привет! Мы не были на нашей даче целый месяц, и сегодня решили приехать и проверить ее, и заодно попариться в бане. Сегодня не ждите от нас никакого заумного контента, будет лишь влог, не обремененный никакой смысловой нагрузкой. Погнали! Ну что? Че, замерзла? Замерзла? Антисептик. Антисептик? Есть. Поможет? Ну, спирт, по идее, не замерзает. Вон чуть-чуть задвигалось. Вот вам лайфхак. Получилось? Ну ладно, это уже не важно. Так-так-так. Красота. Мои эти то и не это не раскрылись, это радует. Но пригнула их знатно, блин, жесть вообще, бедняжка, наверное, им хана. Сколько у нас снега. Огонь. О, ну что там? Все, не можем зайти, да? Ох, ё. Как жаль, что сейчас очень рано темнеет. Вот буквально час мы тут потусовались на улице, и уже закат. Ну, а сейчас пойдем греться в баньку. Холодно, капец просто. Печку подожгли. Сейчас где-то непонятно, вряд ли это 20 градусов. По ощущениям градусов 10, наверное. Холодно. Наш хитрый ход. А вот и дровишки. Мне, пожалуйста, в корзинку кладите. Давай. Вот и сразу у нас парилочка. Вот, кстати, Слава прикупил такую вот, чтоб, ну, вдруг кто-то в наших 24 квадратных метрах заблудится и не поймет, где парная. А тут как бы подписано, и все сразу понятно. Ну чё? Где дрова? Ох! Ничего себе! Наверное, одной рукой я не осилю. Ну вот, кстати, уже 45 градусов парной, а прошло буквально полчаса. Ну, может, минут 40. Точно, ты так сейчас все СНТ расчистишь. Что делаешь? Я чищу ковер. Молодец. У меня нету этой хлопалки, знаешь, как в детстве была. Выбивали ковры. Мухобойка.
Что, мухобойка? Да. Ковробойка. Да не подержу я. Нет! Блин, на свою голову панорамное окно сделали, чтобы вот это вот все теперь происходило. Запотело? Можно присолать. Да что, попа в облаках? А, теперь понятней. Раз уж мы приехали, решили повесить шторы. А то у нас только тюль висит. Да? Чтобы нас голеньких никто не видел в бане. Это солнышко? Солнышко. Брейкданс? Нижний. Ну, неплохо. Но можно было бы и лучше. Ты не в танцах, блядь. Ты не в танцах. Такие родители всегда поддержат, да? Давай. Все, уезжаем. Крути. Все, выравнивай ровно. Давай, назад. Крути. Да. Угу. Все, так, рычажок там что-то. Угу. Все. Двигай его вперед. Угу. Закрыли. Больше мы такой ошибки не допустим, чтобы замок не замерзал. Кстати, друзья, у нас совсем недавно появился Инстаграм. Обязательно добавляйтесь. Ссылку оставлю в описании. Пока-пока!